Доброе утро. Последние дни сентября радовали югорчан теплыми деньками. Ученики Ун-Юганской школы вместе с родителями и учителями решили времени зря не терять и отправились дружной командой на пикник. Зорница, бадминтон, казан, полный тушеного мяса с картошкой, сосиски на костре, речка, чистый воздух, а еще задушевные разговоры, шутки и смех. Однозначно, такие встречи укрепляют эмоциональную связь между родителями и детьми. По словам учителей, за все время такого активного отдыха на природе ни у кого не возникло желания пробежаться по лентам новостей в социальных сетях. Про телефоны забыли и дети, и взрослые. Дети у нас любят участвовать в олимпиадах, занимать призовые места, любят соревноваться. Вот сейчас они в спорте, много ребят занимается именно баскетболом. Думаю, что еще будущие победы у нас впереди.